Эй, привет, ребятушки, с вами опять Алекс, и играем дальше в Brawl Star на мобильнике. Ладно, но типа не на мобильнике, а на Brawl Star. Так, ладно, короче, давайте играть. Хорошо, вот уже солнце есть, нам свет уже не нужен. Мяча! Мясо! Мясо! Дайте мясо! Короче, 10 кристаллов, когда кто-то заберет, то уже начнется отсчет. Зря ты так. О, да. Так. Еще. Немножко. Оу, классная засада. Мишка, помогай. Ой, мне плохо. Так, ага. Мишка, помоги. Фу, еще один кристалл. Забираем. Открывается. У нас 8 кристаллов. 9 кристаллов. Сейчас начнется, ребята. О, благодарочка. Все, начинается время. 10 кристаллов есть. Короче, я понял суть игры. Мишка пошел. Надо держаться. Чувак, держись, держись, держись. Тебя хотят убить. О, Алекс убил кого-то. Ой-ой-ой-ой. Уже не 10. Уже кристаллы. Кристаллы, да. Так, все, 10. Ух ты. Все, надо держаться, у меня 9 кристаллов, и я должен держаться. О, уходи. Я 11 кристаллов при себе. Марш. Победа! Сила! Звездный игрок. Походу звездный игрок, потому что всех убил он все-таки побольше, чем остальные. О, есть ранг второй. Круто был. Так, давай посмотрим. Опа, Brawl Talk, новый выпуск Brawl Talk. Что это за выпуск? Новый бой. Новые бойцы, новые испытания и гаджеты. Смотреть? Не, спасибо, не надо. Так, что тут у нас? Бойцы, магазины. Так, 40 рубеж. Бойцы. Бойцы я не могу. Новости магаз. О, тут за реальные деньги подарок. Подарок будет 2 дня. Подключить. Не надо мне ничего подключать, пожалуй. И... Так, захват кристаллов. Тут можно что-то менять. Пока только захват кристаллов. До нового события 12. М-м-м. Тут, короче, есть события, разные события. Только они не открыты. Так, а где я заходил? Вот здесь я, походу, заходил, чтобы вот выбрать. О, новые события, ребята. Круто. Да, новые события. Так, столкновение. Стычка у озер. Интересные. Парные, одиночные, одиночные. Так, вот, меняем. Так, ну тут это еще не все. Мы выиграли что? 30 монет. 30. О. Тры-тры. Тры-тры. Еще немножко. И у нас будет уровень. Так, новый нельзя. 60 надо. Понял тебя. Что ж, давайте стычка. Поиграем еще в одну стычку. Поиск игроков найдено 10 из 10. Ух ты, как быстро. О, каждый сам за себя. Ура! Люблю каждый за себя. О, господи, а что там может быть? Так, я не знаю, что это за фигня.
Да, прикольно. Что это за энергия? Беги! Ты шо, пик? Так, пошел нафиг. Ой. Так, валим, валим их нафиг. Хорошо. Ты где тут? Анималы. Стоямбочки. Блин, у него жизнь сейчас будет. О, чё за газ? Чё за газ? Этот... Путарицина, блин. Осталось... Бойцы двое. Понял. О, всё-таки мы получаем ранг. Так, ну это прикольно. Короче, это как батл-рояль. Ладно, да, я хочу еще раз. Я, короче, сначала не понял прикола. Я не понял прикола с энергией. Что означает эта энергия? Так. Так, одного мы скосили, короче. Как использовать энергию? Ой, гада! Скотина бежит. Падлик, Эдик. Блин, две жизни там. Жопа, как он бежит быстро. Ой, извиняюсь, ладно. Так, нам сюда надо стрелять. Так. Столкновение 1-1, короче. Мы победили, ё-моё! Победа за нами. Чё за трофейчики? Так, десятку дали. Скелетики побольше. О, ё-моё. Красота. О, можно даже открыть. То, 12 монет. Так, энергия. Эх, чуть-чуть осталось. О, а вот теперь и уровень можем сделать, да? Так, мы должны прокачать новости. Что за новости? Талисман Дэрил. Уже в магазине. Так, это не новость, это подкат в наш кошелек. Так, стань лучше. Ва-ха-ха-ща-ха-ма-ха-ля-ха. Стали лучше, ребята. Стиль панды. Кунг-фу розовый панды. Так, выбрать. Давайте еще один дед-матч такой сыграем. Мне понравилось. Это круто было. Вот только я не понял, что означает энергия.
Ой, блин. Он меня сейчас сносит. Так, осталось двое. Двое нас. Чё так много жизни у него? Чё, опять выиграли? Yeah, baby! Yeah, man! Круто. Пятый ранг уже, ё-моё. О, 66, ребята, будет сейчас новый игрок. Кольт! Награда. Путь к славе. Второй из 10 бойцов. Выстрелы из револьверов Кольта невероятно точны. Его супер удар, короче, крошит укрытие и преодолевает еще большую дистанцию. Так, ну тут, чтобы получить 200, надо 100. Ну, до 100 у нас дофига, но, блин, прикольно, все-таки очень интересно. Бойца можно выбрать. Давайте один раз играем за Кольта. Пью-пью! Ты выбран! Только давайте не один на один, давайте тоже на кристаллы. Один раз на кристаллы. О, у него мало ватажиски. Ого. Эй, а чё ты не... А, он быстрый, потом. Что он быстрый стреляет. Ого, у него как автомат. О, Bullet Storm. Блин, прикольная тема. No way, не может быть. О, одного замочил. О, еще одного замочил. А, нет, не я. Последний удар все-таки нанес совсем другой чел. Ну, блин, тоже прикольный чувак. Выносит прям круто. А, бежит этот. Все. Только я не попал куда надо. Так, у нас десятка, ребят. Selfie time. Так, этот не жилет. Sorry, noob. Ну, достаточно таки тоже веселенький чувачок. Интересно, о, звездный игрок. А почему? Я убил всех? Или побольше? Так, нормас. О, давайте откроем, получим энергию. Или получили... О, официант, короче, получили вот этого чувака. Барли, ну, от слова бар. Редкий еще. Первый из 4 бойцов. Барли атакует, швыряя во врагов бутылку. Урон наносит брызгами. Его супер шквал бутылок, наполненный зажигательной смесью. Короче, коктейль Молотова. Ну что ж, за Барли мы поиграем в следующий эпизод, ребята. И чао, с вами был Алекс. Не забудьте подписываться, почему бы и нет. Ой, кому я показываю. Да, вам. Чао.